Всем привет! Сегодня мы распаковываем посылку с Озона. Сегодня 6.11.2021 год. Значит, наши очень хорошие знакомые, соседи заказали вот такой вот замечательный смартфон. Сейчас, кстати, удивитесь, но вы, наверное, по названию видите, что это у нас Пиксель, всеми любимый Пиксель. И тут дополнительные аксессуары. Давайте посмотрим, что внутри, посмотрим целостность посылки и так далее. Давайте начинать. Поехали! Так, все любят распаковки. Озон Глобал, то есть все это шло из, скорее всего, Китая. Вроде как восстановлено продавцом Amazon. То есть это очень хорошо, потому что, скорее всего, нет? Новый. Новый? Да. А, это новый, да. Это новый. Так, коробку все, заказали новый. Да, почему говорю восстановлен, потому что был выбор, короче, да, либо... восстановлены, либо новые. Заказали, переплатили. Ссылочка будет в описании. Переплатили, но заказали новый. Главное, чтобы все приехало, не разбилось. Долгожданный телефон. В белом цвете, кстати, самый красивый цвет у пикселей этой модели. Ну да. Коробочка у нас полностью запакована. Заводскую пленочку. Здесь вот так вот. Ну круто. Давайте открывать, смотреть аккуратно. Упс. Так, давайте посмотрим по коробке. Ну, коробка вроде как оригинальная. Здесь все хорошо. Открываем. Телефон. Нам повезло. Здесь телефон. Нас уже не обманули. Телефон в сторонку. Смотрим комплектация. В комплектации здесь еще до сих пор кладут оригинальный блок питания. Оригинальный кабель, причем блок питания достаточно мощный, уже сразу на европейскую розетку. Здесь у нас наушники. Сейчас с айфонами тенденция такая, что наушников нигде в комплекте уже нет, даже на самых дорогих телефонах. Также у нас вот это вот, ну да, кабель. Плохо, что он, ну, наверное, просто на заводе не до конца все это дело сложили. Ну смотри. А сразу хочу сказать, что не кладут вот в такой оплетке в оригинале. То есть, скорее всего, это новый телефон, но может быть аксессуары у нас... вот, ну, это первое подозрение на то, что аксессуары у нас докладывались отдельно в коробку. И здесь также переходник Type-C на USB-A, а он также в комплекте. В общем, комплектация полная. А насчет того, что это оригинальное, наверное, не стоит сомневаться вообще, но в том, что это все докладывалось сюда отдельно, говорит вот следующее. То есть на заводе, ну, оно все, вот, может быть, конечно, оно отклеилось, но оно все, в общем, идет полностью в таком аккуратном стрейче, скотче и так далее. Так, это пока все в сторонку. Давайте посмотрим на сам телефон. Главное, чтобы с ним никаких проблем у нас не было. Визуально осматриваем, все хорошо, но, опять же, есть вопросы. Ну, хотя у нас сейчас и айфоны так кладут. Есть какая-то пыль, но ничего страшного. Открываем, смотрим. Самое главное сейчас, чтобы у нас дисплей был весь. Дисплей, поздравляю вас, Оксана, дисплей не без единой царапины, все хорошо. Никаких этих нет. Но цвет офигенный. Тактильные ощущения. Потрогай. Он, ну, такой, да, soft-touch пластик, как бы стекло спереди и soft-touch пластик. Но это Pixel 3 XL, и все говорят, что он немножко уродец из-за вот такой вот интересной особенности в виде подбородка. Давайте включим, проверим набитые пиксели, посмотрим, что по зарядке. Обычно с завода заряжается до 80%, а потом он лежит и лежит. Сейчас посмотрим, процентов 40 или 30 должно остаться. Ну, битых пикселей уже нет. Кстати, эта модель как раз таки отличалась, что наличием из завода прямо новых битых черных точек. То есть это дисплей с браком. Здесь он абсолютно чистый, белый, никаких засветов, ничего нет. То есть это хорошо. Да, скорее всего, здесь сам телефончик у нас новый, а пересобрана коробка и положены просто аксессуары, как доп. Опции. Вот и все. Так, здесь сразу выбираем
русский, Россия, начать. Пра-па-па. Настроить офлайн. Далее. Также особенности. Ну, я думаю, что в принципе сезона не должно быть никаких блокировок на оператора и так далее, потому что это, ну, здесь у нас пропускаем, не устанавливать. Это ты потом все в настройках задашь сканер отпечатка пальцев, который находится на задней панели. В принципе, телефон настроен. Сейчас самое главное проверить по нескольким параметрам. Давненько я пиксели не распаковывал. Телефон шикарный, просто белой завистью завидую я вам. Экран, посмотрим, яркость максимальная, все хорошо, еще раз, никаких засветов нет, темная тема, все работает, тоже засветов нет. Посмотрим по звуке вибрации, все работает. Так, дальше по о телефоне. Пу-пу, версия Android 11, уже будет доступно обновление, как только дома ты сейчас придешь. Версия 128 гигабайт, да, у нас, по-моему? Угу. 128 гигов, все нормально, на аккаунты не залочен, в этом никаких проблем нету. В принципе, Wi-Fi видит, я думаю, что сеть тоже увидит. Сейчас посмотрим камеру при использовании приложения. Давайте грушу. Ну, фотографии здесь, конечно, было шикарно. Телефон вообще офигенный. Очень хорошая камера, она работает. Ну, друзья, смотрите, вы видите вот этот подбородок, вернее, эту бровь, как у айфона, да, сейчас там на айфон снимаем, но не суть, не показать. Она такая же, как на айфоне, короче, но при этом это телефон на андроиде, со всеми вытекающими, со всей гибкостью системы и так далее. В принципе, все, здесь все в порядке, давайте посмотрим на аксессуары. Камеру. А? Камеру с айфоном сравним. Камеру с айфоном сравним, ну, можно будет просто отдельное видео, ты нафоткаешь, или придем, или еще что-то сделаем, как-то, ну, в дневное время суток. Сразу приобрели дополнительные аксессуары для того, чтобы это все красиво у нас выглядело. Он может и не подойти, кстати. Подойдет. Все подошло, шикарно, все хорошо. И еще стеклышко, да, у тебя должно быть? Да, отдельное стеклышко. Единственное, что открывается он без вибра, ой, без магнита, чтобы магнит работал. Да. Давайте откроем, посмотрим, еще у нас, видите, Озон, не обманываем. Это все с Озона. А стекла ты умеешь клеить? Нет. А кто будет клеить? Коля. А умеет, да? Ну, конечно, он же программист. А, ну, программист. А, ребята, они могут не уметь. Да, не. Сын программист, но не, не. Стекло обычно приезжает битое, но тут как бы вроде все хорошо. Но стекло сразу хочу сказать, что ляжет плохо, и оно, ну, потому что... Не оригинально? Ну, оно не может быть оригинальным. Оригинальных стекол как таковых я, по-моему, не знаю, что компания Google производила. Но плохого качества. Потом солишки надо заказать или откуда-то. Дорогое? Да нет, я 200, просто 300. Первая попавшаяся взяла. А. На самом деле, если повыбирать, может быть, и что-то... Ну, вот посмотри, вот я вскрыл, еще ничего руками не трогал, посмотри, оно какое все. А, ну да, есть. Ну это ладно, ерунда. И оно, соответственно, как ляжет, оно вот... Следствие нужно, да, потом заказать хорошее. Вот. Оно как ляжет, и будет видно, что оно... Ну, в принципе, у тебя чехол. Оксана, ты тоже любишь, я, да, тоже такие чехлы? Я тоже специально такой чехол взяла, первый раз взяла такой чехол. Это самые удобные чехлы, потому что ты вот так вот сделала и разговариваешь. Да. Понимаешь? И при этом, если у тебя телефон упадет, у тебя будет все защищено. У меня все телефоны, да. У меня три телефона. Наушники еще раз и покажу. Все телефоны падают. Падают и постоянно... Ну, прелесть этого телефона в том, что тут даже за такого под карточку тоже, как у тебя, да, сделано. Вот, ну, здесь вот дырочка, потому что здесь динамик, класс, чтобы говорить как раз. Есть. Мне нравится этот телефон без всего, потому что это... Ну, мне тоже нравится. Телефон... Но, учитывая, что я не совсем аккуратна в этом плане, у меня три телефона. Ну, это правильно. 4. Я всегда рекомендую, что... Ну, слушай, тебе надо избавляться от всех телефонов, оставлять, но только пиксель. А, ну, да, тогда никак. Его берешь в руки, и он, ну, блин, лопата, ну, такая крутая лопата, да? Смотрите, офигенно. Круто. Я хочу себе пиксель тоже. Классный телефон, да, у меня был пиксель, последний, четвертый. Сейчас шестой вышел. Пиксель шестой вышел? Да, вышел, говорят, вообще разрывает всех и вся. Оксана, тебе там сзади пока. В общем...
Друзья, вот такая вот распаковка у нас телефончик Сазона. Все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь. Батарея, кстати, 72. То есть на самом деле он вообще новый-новый. Я ранее сказал 5 минут назад, что на заводе заряжают до 80%. До 100 не заряжают. Много функционала, будешь разбираться. В принципе, это, ну, на андроиде, наверное, пользовалась. Поэтому. Но тут просто все быстрее, умнее, качественнее. И, безусловно, эта камера, она одна из лучших. Здесь офигенный портретный режим. Как бы. Тут очень все хорошо. Здесь классная вибра. Ты никогда таким вибро не пользовалась в жизни. Ну, вот именно, когда тактильная отдача. То есть, вот на пальчике, на кончике пальчика ты будешь чувствовать тактильную отдачу от телефона. Я рада. Вот. В общем, друзья, давайте смотрите. Бегом в описании. Если надо, заказывайте. Стоит своих денег однозначно. Проверили вот покупку на Озоне. При этом Озон доставляет в Республику Крым. А вы знаете, не все доставляют в Республику Крым. Например, Алиэкспресс не доставляет. Спасибо. Подписывайтесь, комментируйте. Пишите Дональд Дак, если досмотрели до этого момента. Пока-пока.